Съемочная группа «Анна Ньюс» вернулась из экспедиции на Средиземноморское побережье Сирии. В Тартусе и Латакии мы прошли по местам боев, осмотрели населенные пункты, атакованные боевиками и подвергшиеся грабежу и разрушению. От местных жителей, пострадавших от нашествия бандитов, мы узнали печальные подробности о варварстве и безжалостности фанатиков. Недалеко от Турции мы побывали на позициях бойцов сирийской арабской армии, которые защищают страну от банд, движущихся от границы. Солдаты и офицеры рассказали нам о прошедших боях. Мы встретились также с руководителями администраций и представителями духовенства, с которыми побеседовали о проблемах населения провинций и принимаемых для их решения мерах. Подробный отчет о путешествии вы увидите в наших ближайших фильмах. Василий Павлов, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.